Всем привет, друзья! Я сегодня вам расскажу о коляске, которая мне лично понравилась, друзья, потому что вот бренд Sweet Baby, он не перестает меня удивлять, знаете, чем? Тем, что я вот смотрю на коляску, оценивая ее в своей голове там на какую-то сумму, а потом смотрю на цену, и я понимаю, что процентов на 70 я завысил цену в своей голове, потому что действительно выполнена коляска очень хорошо. Я сразу говорю, это не проплаченный обзор, ничего такое. Я говорю вам реальное свое мнение. Вот, и Sweet Baby, модель называется Риси или Риси. И вот все, как в ней сделано, какие материалы использованы, реально тянет на ощутимо большую сумму, потому что есть очень визуально даже похожие бренды, там, например, у немцев, которые стоят на 60-70, иногда 80% дороже, чем вот стоит сейчас перед вами коляска Sweet Baby. Поэтому и очень интересный вариант, который стоит обязательно рассмотреть. Вот, комплектацию 2 в 1 будем с вами смотреть. Вначале базовые характеристики, друзья, назову вам. Как вы сейчас видите, она весит 12,4 килограмма. С прогулочным блоком она на 100 грамм легче, 12,3 килограмма. Прогулочный блок, кстати, у него 120 градусов, очень крутая посадка капитанская, чуть позже покажу, и 70 у нас градусов лежит. Она где-то до 4-5 лет предназначена для детей таких, и 22 килограмма она выдерживает. Кстати, 56 сантиметров у нас колесная база в ширину, и мы спокойно помещаемся в любой лифт абсолютно везде, с этим проблем нет. И, кстати, очень хорошего размера здесь люлька 77 на 32, очень неплохой такой размерчик. Давайте сразу в двух словах характеристики, в смысле комплектацию, вам назову. Здесь идет очень хорошая сумочка, вот такая вот глубокая, вместительная, с отсеками внутри в комплекте, и как бы, блин, вполне себе такой качественный продукт. И также у нас еще идет накидка на ножки, я ее чуть позже покажу вам, на прогулочный блок, тоже очень здорово. И дождевик идет на люльку и прогулочный блок. Поэтому, в принципе, докупили какой-нибудь универсальный подстаканник. В первой коляске, кстати, их очень много качественных, универсальных. И все, и будет вам счастье. Ну и москитку еще на всякий случай можно добавить. Смотрите, вот что касается тканей, ткани здесь прекрасные. Такие же, как у немцев, там за сильно дороже цену. По тканям вопросов ноль. Приятно и тактильно, все супер. Кстати, даже вот крышечка здесь есть в зоне, где мы хватаемся для переноски. Она закрывается еще и с магнитиком. Вот здорово, чтобы туда не капало в случае чего. Вот эта секция, она уже открыта, друзья. Ее можно закрыть, уменьшить козырек. Но вот так, максимально открытый, с дополнительным бортиком. В общем, козырек тут очень хорошо открывается. Также у нас здесь, друзья, имеется возможность проветривать. Видите, сеточка дополнительная. И также еще есть в основании самой люльки вот так вот открывающаяся секция, чтобы можно было летом в жару, вот сейчас в Петербурге 30 градусов, и вот эта вот опция была бы максимально актуальна. А если где-то на югах живете, то, естественно, будете пользоваться этим очень часто. Супер. Так, и если холодно вдруг зима, видите, друзья, насколько здесь поднимается вот этот бортик. Он фиксируется, естественно. И у нас вот такая маленькая щелочка. И ребенок и зимой очень хорошо себя в ней чувствует, и летом. Вот такой универсальный солдат получился у Sweet Baby. Что касается вот этой крышки, что мне нравится, вот такая система, когда по бокам мы открываем замочки и вот таким образом спокойно попадаем к ребеночку. Видите, как здесь все мягенько, приятно, матрасик толстенный, мягкий, классный. Вот это все, кстати, отстегивается, можно постирать без проблем. Так, теперь давайте посмотрим, на основании есть ли ножки. Да, здесь и ножки, и вот этот вот, это перекладина крепления, скажем так. И мы можем смело ставить на пол, не переживая, что мы что-нибудь запачкаем, повредим. Таких проблем здесь близко нет.
Что касается прогулочного блока, друзья, естественно, он и по ходу ставится, и против хода. Он реверсивный. С этим все хорошо. На этот вопрос на Apple. Ой, Siri что-то хочет. Так, прогулочный блок у нас, вот видите, 170 градусов, о которых я говорил, и 120 градусов, о которых я тоже говорил, о том, что здесь классная капитанская посадка. Многие родители хотят, чтобы спинка сильно не была завалена назад. Нет проблем, не завалено. Пятиточные ремни, мягкие накладки, бампер, откидывающийся в сторонку, как калиточка. Кстати, обид приятный, как кожа перфорированная. Также это все и на ручке, брендировано здесь все. В общем, прям по-взрослому все сделано. Ну, прям приятно удивляет, реально бренд. Здесь все прорезинено, чтобы не пачкать ребенок. Точнее, когда он запачкает, но вы легко почистите. С этим все хорошо. Ручка здесь, кстати, телескопическая, регулируется в большом диапазоне. Под любой рост вы настроите эту колясочку. А что касается прогулочного блока, на него я вам говорил, что покажу накидку на ножке. Чуть не забыл это сделать. Смотрите, она у нас внахлёст полностью вот так вот огибает все это дело. Просовывается поглубже. Сбоку у нас здесь, видите, есть на кнопочках крепление за всю конструкцию. Также у нас крепится и вот таким образом. И у нас ребеночек полностью, как в танке, закрыт, спрятан на зиму. В общем, все хорошо. Поэтому накидочка тут тоже очень классная. Что касается, друзья, рамы, все хорошо, все металлические, все крепления, стыки, все на металлических креплениях. Это очень важный момент в плане надежности. Колеса у нас просто резиновые, передние с возможностью блокировки, без проблем. Кстати, если заблокировать, и потом, когда коляску сложить, ее можно как чемоданчик катить. Я вот сейчас заблокирую, чтобы вам это потом показать. Так, тормоз у нас здесь, мне который не нравится, он сверху нажимаем, и снизу нужно ковырнуть, чтобы он, собственно, разблокировался. Багажник у нас, что мне нравится, он закрывающийся, глубокий, с жестким дном, поэтому никто у вас ничего не украдет. И, соответственно, тяжелое положите в багажник, он не будет провисать и шоркать об асфальт, от бордюры. Вот. Что касается амортизации, здесь она есть на обеих осях, и спереди, и сзади. Едет она на самом деле прикольно. Я бы не сказал, что она плывет, как подушка перьевая, но вполне себе достаточный уровень амортизации. Так, и теперь, друзья, давайте посмотрим, как колясочка складывается. Вот так вот все это вперед запрокидывается. Здесь вот с левой стороны на ручке кнопочка, которую нажимаем и опускаем ручку туда в глубину. И внутри там есть кнопочка как раз. Все, она встала. Видите, у нас все остается на колесах, ничего не пачкается, все здорово. Если мы заранее заблокируем колеса, как я вам говорил, передние, мы можем ее катить. Это реально прикольно. И в то же время она сложена вместе с прогулочным блоком. Вообще респект за это. И катить. Вот мало вообще кто так делает на самом деле. Вот, чтобы ее вернуть в исходное положение, здесь вот, вот так вот рычажочек нажимаем. Все, она готова к использованию. Как по мне, максимально продуманная система складывания и раскладывания колясочки. Напоминаю, вот пройдите сейчас после обзора вниз по ссылке в описании на магазин First Bike, и вы будете приятно удивлены этой ценой за такую продуманную и достаточно качественную колясочку. Я вам смело рекомендую обратить на нее внимание. Ссылка внизу, выбирайте, в обзоре понравилось, заказывайте, вам день в день или на следующий день первая коляска все привезет. Ну, в общем, все, что хотел рассказать, я вам рассказал от души, как говорится, рекомендую вам ее. Если вопросы есть, пишите в комментарии, я постараюсь побыстрее на них ответить. Ну, а вам хочу пожелать сделать хороший, грамотный выбор колясочки за разумные деньги для вашего ребенка. И удачи на дорогах, всем пока!